На электронные адресы шерагу навушальных установ у республики пришли поведомления об минировании. Дадзена информация не подтвердилась, передает официальный телеграм-канал Министерства внутренних справ Беларуси. Листы о потенциальной погрозе от невядомых отримали школы столицы Брестской, Гродинской, Могилевской и Гомельской областей. Усяго установлено свыше 270 адресатов. Усе месцы были обследованы супрацоўниками правоохранительных органов. Информация оказалась лживой. На данный момент проводятся оперативно-вышуковые мероприемства по установлению особ, которые имеют дочинение до погроз. Нагадаем, за заведомо несоправдное поведомление об минировании предугледжена криминальная отказность. Позбавление воли термином до 7 лет.